я там Эстония. Моя няня живет. Моя няня жила в Эстонии, но сейчас она моя няня. Иногда на каникулы, когда мы уезжаем, как сейчас, она уехала в Эстонию. На этих каникулах. У нас длинные каникулы в школе. Окей, на такие маленькие, а в моей школе очень много. И они большие. И на каникулах, когда мы уезжаем, как сейчас, она уехала в Эстонию. И на этих каникулах, потому что они такие большие, тогда Кейн туда не ехал, потому что он был маленький, как у меня большие их много, и мы еще в Люксембург ехали, не летели, а ехали. И мы на поезде поехали, как мы. Ералтон. И как тебе понравилось? Ага. Только там для машин поезд. Тут красиво. А Кен говорит, это некрасиво. Ему кажется красиво только игра на планшете. Компьютерный гений, да? Да. Не любит это? Компьютерный гений, слышишь? Ага. Немножко выше. Sorry. Yeah. Try to don't step in the lines. Thank you. Как тебе понравилось? Да. Конечно, солнышко. Тебе понравилось? Ага. Не замерзла? Мне жарко. Жарко? Мне жарко. Молодец. Молодец. Да, она мне говорит, мне жарко. Укалка ты. Молодец. Не, никогда не холодно. Что, не меня холодно? Не одеть. Что, не холодно? Никогда. Никогда не холодно, я говорю. Меня делаешь? Не одеть. Вот это. Угу. Все, скажи пока. Всем привет, передавай в камеру. Ага. Передавай всем привет в камеру. Привет. Да. Все, папе, маме.